Да, еще время приятных новостей. Хочу порекомендовать тебе самый милашный канал Dandelion Astoria, где Тори стримит не только лучшие игровые новинки, но и легенды игры индустрии. Stray, Enderal или Stalker, тени Чернобыля. Не ожидал? Я тоже. Стримы проходят на Твиче 3 раза в неделю, а на Ютубе есть летсплеи и записи стримов. Присоединяйся к огоньку. Ну, с норм-квестом вот это вот мог быть жестким. Ага, да. Зайди в группу Монокос, там есть пост про то, что есть секретный квест на получение компаньона. Сейчас глянем. Понятно. Реально есть секретный квест, прикинь. Секретный квест. Оказалось, все это время соучастник преступления, вы получаете золотого компаньона. Не должно быть новых героев после удаления компаньонов, а также Финли или Элизы. Бразы. Прикинь, реально бразы есть. Вот, прикольно. Но это звучит как видосик. Го проверим. 1% на шанс выпадения. Замануха какая-то. Боковые золотые. А, его бафнули. Плюс 7-7. Раньше плюс 6-6 был. 7 зверей или демонов. Понял. Кого надо догадать? Зверя или демона? Окей. Нужно еще раз кого? Демона или зверя? Окей. Я в шоке, ребята. Вот это прикольно. А! Использует плюс 2-1 демонов теперь. Еще вчера этого не было, еще вчера они давали плюс 2-2. Да, подожди, он серьезно? Он 4 сгоса сразу же съел? Да. Так, ну чё, начинаем золотить... Терезгос. Четвертый дракон. Окей, это может сработать. Нет, нет, нет. Да. Блин, эту продать захотелось бы на самом деле. Блин, ну неохота продавать крысиную стаю. Ну а ничего не остается. Зато Терезгосы позолотятся. Ладно. Я получу сейчас по попе, но зато позолотятся ребята. Сразу же. Ты можешь сделать Терезгоса золотой, и она останется навсегда золотой! Вау! Вот это что-то новенькое! Ну, это еще одна. Ну, я не знаю, на самом деле. Ладно, учитывая, что этот будет в конце, то пускай будет так. Да, вот так вот сделаем. 3 золотых Терезгоса, ребята. 3 золотых Терезгоса. Да-да-да-да-да. 3 золотых. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Во все тяжкие. Можно я первый атакую? Спасибо. Но в Терезгосу попадаем? Нормально. Работаем, работаем. Так. Нормален, нормален, да? Намного интереснее. Так, ну чё, работаем? Работаем, работаем. Ну, я не знаю, насколько мне нужно золотить вот эту штуку. Наверное, вообще не надо. О, бабл. Endured the lash of the spanking. Блин, жалко не этот, ну ты понял, да? Бабу бы. Жалко не Ривендер. Было бы шикарно. Папа. Кстати, вот эту вот оставить. Ой, мама пришла. Подпахавать. Теории. Это будет давать 6-6. Нормально. Хотя, лучше вот так вот. Типа 6... А, он дает не плюс 3-3, он теперь плюс 2-2 дает. Занерфили. Но в любом случае, неплохо. Типа каждый ход бабл, 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 бабл. Ну, можно дважды похавать, конечно, да. Но места нету, если честно. Но я просто оставить Элизу хочу до того, как Ривендера найду. После того, как Ривендера найду, это будет шикарно. Надо будет позолотить вот этого, и тогда я Ривендера направо поставлю. Терезгосы будут стоять, и нормально. Как же они бафаются, а? Ты по... Но какую из Терезгос попадет? Интересно. Что самое классное, то что хпшки у них будут... Ой, атака у них будет получаться за счет того, что я буду кушать. Я их буду кормить всем, кто тут есть на столе. Ой, вот это отлично. Блин, походу придется продать ее, слышишь? Если у меня
нечего. Нормально. Вот этого надо будет золотить в конечном итоге. Поэтому, да. Это не обязательно. Хорошие статы. Пофигу, что Брана придется отдать. Или не пофигу? Да нет, пофигу. Ну, как-то так. То есть у меня план такой. Я нахожу еще одного прайдоху. Увожу его с конца. Нахожу Ривендер, ставлю его на конец. И вот за эти два хода накинет баблы на Терезгосу. И я сюда ставлю еще одну Терезгосу, четвертую. И все. И, ну, и хаваю, даю им атаку. В принципе, такой план. Лероев, Дженкинсов, там яды, баблы, наги, там еще какие-то. Через чистые лемов, чисто в статы, но это старая мета, так не будет работать. Так уже никто не играет, этот пирожочек. Что самое классное, то что нету мурлоков с ядами. И мои Терезгосы будут просто аннигилировать. Ну куда ты, куда ты? Нормально. Ну вот это плохо, конечно, что погибло. И что самое прикольное, что это начало катки. Папа. Это начало катки. В теории я вообще могу все продать и закинуть хпшки Терезгосы демону. Оу. И он будет в геометрической прогрессии бафать это все. Оу май. Оу. 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 Ладно, я это сделаю, как найду Ривендера. Ну, короче, план такой. Ну ты понял, да? Ну ты понял! Ну ты понял, да? Теперь точно YouTube говорят. Бой! Сюда! Косарь! Косарь! Ну, косарь! Мать моя колбаса! Я это сделал за 3 секунды до конца хода. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты думаешь, ты на нагах собрал убер-остаты, пирожок? Ты даже не знаешь, каковы мои амбиции. Я сотру тебя в порошок. Ты будешь просто развеян по ветру. Ты даже как перекати поле не будешь кататься, потому что я сожгу и превращу тебя в прах. И все твои амбиции падут ниц. Чуть сознание не потерял сейчас. Атака где? Неважно. Неважно. Сейчас сделаем. Но не туда ты. Триплет не собирается. И Ривендера нету. Не везет, ребята. Тупо не везет. Что могу поделать, когда не везет? А вот ничего не поделать. Тупо не везет и все. Неплохо Бран поел, да. Но вот тычка сюда, конечно, Терезгос и самый жирный, это была бы имба. Было бы прикольно сейчас схавать, да, и еще накинуть Терезгосом. Папуга. Да папугу нет смысла, потому что у меня квест на золочение, у меня она сразу золотая. Нету смысла ее золотой делать. Легко. Только попробуйте потом сказать, что там мат не делает тупые ходы ради аниме. Вот только что сделал. Потому что если бы это попало хпшка на попугу... Вот оно, вот оно, вот оно, вот оно. Я делал, да. Я делал даже одного жирного существа в итоге. Нормально, хороший день. Хороший день.